Придніпровка, фільтруй. Із такими закликами дніпровські активісти вирішили приїхати на пікет до Верховної Ради України. І сьогодні в нашій студії гості-активісти Артем Громанюков та Ірина Черниш. Вони щойно повернулися зі столиці. Навіщо вони туди їздили та які незвичайні гостинці возили? Про це поговоримо просто зараз. Доброго вечора. Добрий вечір. Ну, мабуть, доречно спитати, що це у нас на столі? Розкажи, що це золошлаки, які, власне, зібрали на тій території, де вони зберігаються, куди їх скидає Придніпровська ТЕС. І вони так розкладені у нас на три таких невеличкі кучки для того, щоб показати, що це приблизно зараз тут денна норма однієї дніпровської сім'ї. Ну, такої, наприклад, як моя. Тобто мама, тато і донечка. Як бачите, у донечки трошечки більша така кучка, тому що вона частіше дихає, частіше, взагалі, більш активні діти, тому вони отримують цієї отрути більше, ніж навіть ми, дорослі. Це так символічно, для того, щоб просто показати, але насправді ми маємо справу не тільки з отакими твердими та відходами, а також ми вдихаємо те, що летить з труб Придніпровської ТЕС, це і гази, і пил. І також ми щось, напевно, що споживаємо з їжею, бо це все йде в ґрунти, це все йде в річки і так далі. Тому от приблизно такий самий перформанс ми зробили перед головним офісом ДТЕКу в Києві, для того, щоб показати пану Ахметову і менеджменту Придніпровської ТЕС, як одного з головних забруднювачів нашої області, скільки їх бруду ми споживаємо щодня. Якщо говорити про ці заходи, які відбулися у Києві, хтось до вас вийшов, хтось почув, щось пообіцяв? Ну, на самом деле, диалог мы ведем достаточно давно с Приднепровской станцией, и проблема, она не нова, более 2,5 лет, ну, мы занимаемся этим вопросом, и почему, собственно, приехали в Киев и начали привлекать внимание непосредственно руководства, да, собственника компании и группу ДТЭК, непосредственно ее руководителей, потому что еще в 2012 году, когда Приднепровская станция приобреталась компанией ДТЭК Днепроэнерго, они взяли на себя обязательство, что будут проводить в том числе экологическую модернизацию, устанавливать пыли и газоочистку на все работающие блоки. Также будет установлена система мониторинга на источники выбросов и на границу санитарно-защитной зоны, что даст возможность отследить уменьшение выбросов, ну и в принципе реальную обстановку тех и те объемы, которые выбрасываются из труб Приднепровской станции. Также вопрос природоохранного законодательства и его соблюдения также обозначен в этих условиях приватизационных. Но, к сожалению, ни в 2015 году, как это указано в инвестиционных обязательствах, ни согласно разрешающим документам, согласно которых работают такие объекты, как Приднепровская станция, в 2015 и в 2017 годах эти обязательства не были выполнены. Они игнорируются, обращаются в Министерство экологии за переносами сроков, не выполняя обязательства, взятые на себя ранее. Поэтому, несмотря на все общение и все обещания, они, к сожалению, оказались пустыми, потому что нам 2 года говорили о каких-то сроках проведения тех или иных мероприятий, но так ничего и не выполнили. Поэтому мы приехали в Киев, взяли с собой шлаков, к нам... С нами вместе вышли народные депутаты Виктория Войцицка и Сергей Лещенко. С нами также нас поддержал эксперт по энергорынку господин Герус. Наши непосредственные участники инициативной группы – это просто горожане, которые поняли, что не включаясь в процесс, эту проблему не решить. И, собственно, мы собрались и приехали показать, продемонстрировать и озвучить снова уже в тысячный раз наши требования, которые являются законными и которые сама на себя Приднепровка брала уже очень давно и до сих пор не выполнила. Ну, якщо говорити про обов'язки, якщо їх не виконуєш, чи можуть Придніпровку коли-небудь так взяти і закрити? Ну, на самом деле, наше законодательство построено таким образом, чтобы для того, чтобы
подтвердить нарушение, необходима проверка экологической инспекции. Естественно, если предприятие понимает, что оно нарушает, единственный способ не подтверждать – это не пускать и не допускать проверяющие службы. Вот, собственно, что и происходит сейчас. Согласно действующего разрешения на выбросы, которые хотели заменить с переносом сроков, но в связи с нашей инициативой, в связи с сотнями обращений граждан, Министерство экологии не выдало новое разрешение, и на сегодняшний день концентрации выбросов должны быть существенно ниже, начиная уже с 1 января 2018 года. Соответственно, вот уже на протяжении нескольких месяцев Приднепровка существенно нарушает эти гранично допустимые концентрации, потому что мы точно знаем, что мероприятия не выполнены. Но инспекцию туда не допускают, о чем, собственно, сообщается нам в ответах экологической инспекции. Экологическая инспекция обращается в национальную полицию. Ну, собственно, такой порочный круг, да. Мы надеемся, что станция не допустит, собственно, этой ситуации, да, до закрытия, потому что мы никогда не выступали за то, чтобы предприятие должно быть там приостановлено или закрыто. Мы понимаем, что это рабочие места, мы понимаем, что это налоги, мы понимаем, что это тепло для части левого берега и это энергосистема Украины. Да? Поэтому мы за то, чтобы предприятие работало, но соблюдало экологические требования, экологическое законодательство. Соответственно, мы считаем, что предприятие должно сейчас провести срочно эти мероприятия уже в текущем году, соответственно, получив новое разрешение с меньшими концентрациями, чем тем, что они хотят, да, обозначив вот эти намерения, перенеся их на бумагу, и тогда не будет вопрос стоять так остро ни для горожан, ни для предприятия. Ну, якщо говорити мовою закону, хто може змусити це підприємство виконувати букву закону? Ну так, дивіться, ви ж кажете, тих не пускають, тих приїжджають, тих почули, але не почули. Ну, по опыту я вам могу сказать, что без активностей со стороны населения, непосредственно участия в процессе, да, это обращение в Министерство экологии, в контролирующие органы, да, то есть проявление того, что нам не просто нечем дышать, мы не просто задыхаемся, но и формальное соблюдение законов и нормативной документации, которая есть в Украине, тогда контролирующие органы, тогда соответствующие министерства будут на это реагировать. Собственно, когда мы были на пикете, когда мы приходили на брифинг в этот день, мы были на брифинге в Верховной Раде, и после этого мы были на комитете, где заседают народные депутаты, это экологический профильный комитет Верховной Рады. В этот день было обращение, точнее, высказана позиция Министерства экологии по этому вопросу. Они разместили это на своем официальном сайте, где указали о том, что на сегодняшний день предприятие не обращалось к ним за новым разрешением уже в текущем году. И они знают об озабоченности со стороны и не только населения, но и городской совет в свою очередь сделал обращение на Министерство экологии, Госпотребслужбу, которая согласовывает эти разрешения. То есть это такая системная проблема, о которой говорят все власти, население, контролирующие органы. Вот. И министерство на сегодняшний день заняло позицию, мы не выдаем такое разрешение, да, с переносами сроков. И, ну, я так понимаю, его можно читать, как мы вам даем время на то, чтобы вы решили эту проблему, я имею в виду предприятию, на том, чтобы они сейчас написали план мероприятий и внесли его в документацию, и это был бы реальный план уже на теперешний момент. И только тогда, когда будет решен конфликт между населением, властями, предприятием, вот этот общий, да, в котором мы сейчас находимся, тогда министерство возьмет на себя ответственность. Ну, поэтому мне кажется, на сегодняшний день это все зависит только от собственника, господина Рината Ахметова, который должен выделить средства на модернизацию единственной ТЭС, которая находится в границах города-миллионника. Она одна из самых старых, она абсолютно практически не модернизирована. У нее установлено всего 2 электрофильтра на 2 блоках из 6 существующих, да, которые сейчас работают, хотя еще 2 находятся в консервации, но тем не менее, да, рабочих говорит. И они практически не используются. Поэтому есть сторона зарабатывания денег, да, но есть обязательства, которые нужно выполнять. О какой сумме идет речь?
Ну, вот, приблизительно эксперты же тоже наверняка со стороны можно посчитать. То есть сколько должен собственник вложить денег для, на модернизацию этого предприятия? По предварительным подсчетам самой компании, если мы говорим о фильтрационном от пыли, ну, то есть есть фильтры, которые удаляют пыль, а есть фильтры, которые удаляют газы. Если мы говорим о фильтрах, которые удаляют пыль, то это порядка 50 миллионов на один энергоблок. На сегодняшний день срочной оперативной модернизации требуют 3. Это самые старые энергоблоки, с самыми старыми котлами и самая старая система очистки. То есть мы понимаем, что когда предприятие переводит на газовый уголь, который является сегодня приоритетным и для компании, и для страны, который добывается в Павлоградском регионе, то надо говорить не только о переводе на такой вид топлива, но и об установке новых очистных. Поэтому компании нужно озаботиться, понести эти расходы, которые она и планировала, собственно, осуществлять, и заявляла, и ежегодно, и в своих приватизационных обязательствах, и в своих разрешениях на выбросы, и в областной экологической программе, и в городской экологической программе, и в меморандуме с общественностью и властью. То есть все эти документы были проигнорированы, не выполнено ничего. Поэтому да, на сегодняшний день руководство компании ДТЭК, собственник должны показать свою позицию по этому поводу, и я надеюсь, что в ближайшее время мы услышим какой-то реальный план проведения этих мероприятий. Ну і, мабуть, останнє запитання до Артема. Наскільки я зрозумів із нашого спілкування, що саме люди, мешканці нашого регіону, мають змусити власників зробити це якнайшвидше. Вам слово, звертайтесь. Це саме так. І я би хотів, щоб якомога більше людей приєднувалося, по-перше, до нашої ініціативи, тому що поки що, як би там, можливо, оптимістично ми не були налаштовані, але, ну, насправді, пан Ахметов показав свою позицію вже в Верховній Раді, коли ми були на комітеті, бо двоє депутатів, один з яких є колишнім губернатором нашої області, це пан Колєсніков, і інший – це пан Сажко, обидва з опозиційного блоку, вони, на жаль, продемонстрували позицію, що ніби ми тут найрозумніші і лише нам треба тут фільтрацію, бо по всій Україні така проблема, тому йдіть звідси. Тому, якщо це є офіційною позицією менеджменту і власників ДТЕКу, то я думаю, що в нас потрібно, щоб нас було набагато більше, для того, щоб ми врешті-решт переконали Ахметова в тому, що власне, досить нас труїти. В нашій розмові ставлю 3 крапки. Сподіваюсь вас почути, ну, приблизно через півроку, можливо, раніше. І певні результати хочеться почути. Ну, глядачам 9 каналу, нагадаю, що у нас у гостях була Ірина Черниш та Артем Романюков. Вони активісти і сьогодні говорили про екологічну безпеку у нашому регіоні.